В Краснодаре бизнесмен избил и похитил девушку из-за неразделенной любви. Он напал на нее днем в дорогом ресторане на глазах у посетителей. Все происходящее даже сняли камеры наблюдения. Давайте же посмотрим. На кадрах видно, как девушка сначала сидит в компании двоих мужчин, вдруг к столику подходит третий и сразу же начинает бить ее по голове. Наносит несколько ударов, потом хватает за волосы и стаскивает с дивана. При этом друзья пострадавшие просто стоят и наблюдают за происходящим, но, видимо, опасаются и за свое здоровье тоже. Когда один из них все же пытается остановить нападавшего, тот в ответ бьет его ногой и заступившийся отступает. В итоге, когда незнакомец уходит, при этом девушку он утаскивает за собой. Мужчины садятся обратно за столик и делают вид, что ничего не произошло. Лайфу удалось выяснить, что же произошло дальше. Оказалось, что бизнесмен затолкал девушку в машину, но ей удалось сбежать. Пострадавшая рассказала, что знакома с похитителем уже 5 лет. В последнее время предприниматель начал оказывать ей знаки внимания, но не были взаимны. Девушка ему отказала. Но, видимо, поэтому мужчина и решил отомстить. Сейчас возбуждено уголовное дело. Бизнесмена задержали. Проводится расследование.